Ну, бесподобно, готовится элементарно. Я могу есть это вообще круглыми сутками. Это очень вкусно. Во-первых, можно сделать как закуску на праздничный стол. Начинку любую, на ваш вкус, можно взять и на пикник с собой. Всем привет! Вы на канале «Порошок к столу». Сегодня будем готовить пирожки из моего любимого фило-теста. Приготовим сначала начинку. У меня сыр фета и добавляю рикотту. Теперь порежу шпинат и добавляю шпинат к творогу. И обязательно добавляю зелень. У меня укроп и петрушка, и чем больше зелени, тем вкуснее. Для вкуса и аромата добавляю черный молотый перец. Соль добавлять не буду, потому что сыр фета уже соленый. И добавляю еще одно яйцо. Все хорошо перемешиваю. Ну что, начинку сделали, тесто разморозилось. Будем делать пирожки. Растительное масло беру и немножко смазываю тесто. Совсем немножко. Я буду делать пирожки в один слой. Можно, конечно, некоторые любят побольше теста и берут в два слоя. Но я люблю, чтобы тесто было меньше, а начинки больше. Совсем немножко промазала растительным маслом. И выкладываем начинку. Выложила начинку, краешки оставляю свободными. И закручиваем. Теперь пирожки смазываю взбитым желтком. Смазываю довольно обильно со всех сторон, чтобы они поджарились, были красивые и румяные. Смотрите, какая красота получается. Мне кажется, их уже сырыми даже можно скушать. Но все-таки пожарим. Я добавляю еще немножечко сверху кунжут. Можно льняное семя, будет тоже очень вкусно. И духовку я уже разогрела на 200 градусов. И запекать буду, ну, минут, наверное, 8-10. Смотрите по своей духовке, пирожки должны просто поджариться, быть румяными и красивыми. Смотрите, какие красавцы! Такие румяные и красивые. Что, друзья, вот такие красивые пирожки у нас получились. Сейчас попробуем, что же вышло на вкус. Бомбические. Супер. Ребята, я съем еще. Очень вкусно, нереально вкусно. Ну, бесподобно, готовится элементарно. Я могу есть это вообще круглыми сутками. Это очень вкусно. Во-первых, можно сделать как закуску на праздничный стол. Начинку любую, на ваш вкус. Можно взять и на пикник с собой. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!